Если у вас дальше будет сидеть Кудрин и подобные, просто обвалимся. Кудрин не работает в правительстве Российской Федерации. Хотя вы сказали, выгоните Кудрина, но его нет в нашем правительстве. Макроэкономика в нашей стране находится в порядке. И это действительно заслуга и Центрального банка, и финансово-экономического блока правительства. Инфляция локализована, процветание не за горами. Не экономика, а просто песня. Правительство всячески избегает слова «кризис», а 78% взрослого населения нашей страны уверены, что сейчас в России полноценный экономический кризис. О том, что мы боимся слова «кризис», ну помилуйте, кто же его боится? Значит, мы открыто об этом говорим. Да, но, уважаемые коллеги, давайте так, по-честному. У нас есть масса позитивных показателей. Ну так, давайте на землю опустимся, все. А мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось. Давайте так, дайте универсальный рецепт, если порулить готовы. Что делать дальше? Деньги найдите дополнительные. А просто так эти разговоры, они никакой ценности не имеют. Смотрите, как они сидят все, Дмитрий Анатольевич. Смурные, грустные. Же улыбаться, вы министры самого лучшего в мире правительства, самой сильной в мире страны, за вами самые большие деньги. Коллеги, надо точно беречь лучшее в мире правительство и лучших в мире депутатов Государственной Думы. Это... Безусловно так. Лучше не скажешь. Укрепить позиции России среди технологических лидеров, реализовывать новые проекты в сфере IT на пространстве всего Евразийского союза и устранить все мешающие барьеры. Такие заявления Владимир Путин сделал сегодня.